Всем привет! Я вновь рад вас видеть на канале Дэнни Хелл. И сегодня я хочу распаковать вместе с вами несколько посылок своих с Алиэкспресс. Ну а сначала я, наверное, вам покажу то, что мне уже чуть раньше пришло. Это вот такой вот мне коннектор пришел. Наверное, так его правильно будет назвать. У меня есть вот такая вот игровая мышка Logitech. И у меня возникла проблема, что левая кнопка мыши стала как бы срабатывать по несколько раз, там двойное, тройное нажатие. Вот один из вариантов был, это перепаять из-под колесика. Но я нашел более лучший для себя вариант. И вот как раз вот такие вот коннекторы заказал с Алиэкспресс. И уже поставил. Там просто мышку разбираете и банально перепаиваете. Так вот. Ну а теперь давайте перейдем к посылкам, которые мне пришли. У одного из продавцов я нашел аккумуляторные батарейки. На 3000 мА. Ну, могу сказать, что в принципе это соответствует своей заявленной мощности. И такие аккумуляторы я уже заказывал несколько раз. Вот, в принципе, вот мышки у меня точно такой же стоит. Заказал в этот раз 8 аккумуляторов. И продавец в подарок кладет вот такие вот кейсы для хранения. Но периодически они приходят ломанные. Ну, вот эти вроде нормальные. Давайте откроем следующую посылку. Здесь мне вот пришли вот такие вот наклейки. Выпуклые стикеры мотоцикла. Вот одни. Вторые. Третьи. Четвертые. 5 стикеров. Вот таких вот. И типа так, ой, оставьте мне 5 звезд. Я же вам все прислал. Посмотрим. Заказал вообще ребенку. Он у меня большой любитель клеить такие наклеечки. Внешне, в принципе, достаточно неплохие. Не сказать, что особо яркие, но для наклеек подойдет. Ну а здесь, как видите, мне пришли вот такие вот стикеры-наклейки Микки Маус. Их здесь должно порядка, наверное, 40-50 штук. Я не помню даже. Здесь прям отличные такие стикеры. Скажу вам, что я уже заказывал подобные. Клеятся они просто отлично. И очень нравится моему ребенку. Мне, правда, тоже. Давайте откроем следующую мою посылку. Посылка в посылке – это круто. Вы знаете, здесь мне тоже пришли наклейки. Это наклейки из щенячьего патруля. Тоже очень яркие такие. А нет, я думал, это одинаковые. Здесь тоже около 40, наверное, наклеек должно быть. Давайте продолжим. Здесь мне пришел, как видите, вот такой вот разобранный рождественский домик.
Я его, честно говоря, заказывал до Нового года. Надеялся, что он до Нового года придет. Честно говоря, я думал, что он придет именно собранным. И мне его не придется собирать. Но когда соберу, добавлю сюда фотку. Это все пролачное. Чувствуется даже запах такого лака. Ну, в принципе, выглядит достаточно миленько. Горит таким желтеньким огоньком. А вот так этот домик выглядит в собранном виде. На мой взгляд, лучше его посадить на клей. Полностью свет выключу. В общем, на мой взгляд, для декора новогоднего подойдет. Давайте откроем следующую мою посылку. Здесь я заказал вот такие вот модели бутылочек. Здесь 10 штук. Как видите, выполнены они из пластика, типа вода Evian. Вот такие вот. Слегка криво наклеены наклейки. Это вы можете заметить. Вот такая вот бутылочка для игры. Точно такие же Coca-Cola, тоже 10 штучек. И чуть большего размера баночки вот Coca-Cola, Pepsi, Sprite, Fanta. Вот такая вот забавная игрушка. Кстати, я так понимаю, ее можно здесь повесить. Здесь местами видно, что она наклейка не до конца наклеена, отходит. Кому интересно будет, я размещу ссылки в описании. Еще одна визиточка. Поставьте мне 5 звезд. Ну а здесь мне, я для тещи заказал лампочку. Такую. Вот такую вот лампочку заказал. Это для цветов. Ультрафиолетовый цвет. Ну да, чуть попозже добавлю, как он работает, потому что сейчас пока нет возможности. Если кто-то уже имел дело с такими светильниками, и если от них есть толк, то у меня большая просьба, отпишитесь мне. Ну, и теперь я перейду к двум своим большим посылкам. В одной мне должна прийти толстовка для ребенка, а в другой халат. Давайте посмотрим. Это пояс халата. Вот и сам халатик. Spanky Kids. Размер у этого халата здесь, я так понимаю, все же не написан.
потому что вряд ли вот эти вот цифры являются размером халатика. Вот такой вот тигра. Стопроцентный хлопок. Какие-то рекомендации по стирке. Вот такой вот. Тигрой-тигрой. Полоски. Ну, знаете, внешне шит достаточно хорошо. Надеюсь, сыну подойдет. Небольшой запах. Ну, чисто, да я не знаю, ткани, наверное. Внешне очень такой мягкий, бархатистый. Давайте еще один откроем, последний. Вот это мне, честно говоря, больше всего нравится в последнее время. Раз, два, три, четыре. И пятое. Давайте с нее и начнем. Вот такая вот плотная толстовочка на мальчика. Я думаю, все же 110 это должен быть размер. Потому что, честно, просто не помню, какого размера мы заказывали. Внешне сделан тоже достаточно качественно. По крайней мере, прошитан нормально. Внутри вот такой вот начесик. Это чисто, ну, чисто вот украшение. Возможно, в процессе стирки вот эта вот наклейка может тут отлететь. Запаха тоже нет никакого особого. Мне пришло моб-карт какая-то. Вот, честно говоря, вообще не помню, что это может быть. А, вы знаете, это такие должны быть наклейки для скраббукинга. Как это называется? Осенние мотивы. Здесь желуди, деревья всякие. Оказывается, вот они приходят вот в такой вот коробочке. Здесь мне пришел вот такой лего-рыцарь. Лорд Кармадон. Сейчас соберу, посмотрим, как это все выглядит. Страшненький какой, злющий. Честно говоря, дальше мой мозг пасует. Я не знаю, для чего нужны вот эти вот
оставшиеся детали. Ну, такой вот получается мотоцикл. И вот такой вот страшненький ниндзя. Вы знаете, по ходу дела мне пришли все заказываемые мной наклейки. Здесь мне пришли вот такие вот наклейки. Это рыбки, динозавры. Короче, такие забавные, добрые зверюшки. А, петух какой. Французская бульдожка. Очень яркие наклейки. Ребенку точно понравится. Ну и последняя моя посылка на сегодня. Ну и последняя моя посылка — это вот такая вот, такие щипчики с металлическим ситом. Просто стало интересно, решил заказать. Ну, в общем-то, сделано так левовато, но не сказать, что особенно прям я чего-то прям ждал из серии «Вау!». Попробуем. Если вещь удобная, то, возможно, я закажу более дорогую, более качественную. Ну, вот это вот просто взял на пробу. А то, может быть, и это мне подойдет. Я не решу больше ничего заказывать. Ну ладно, вот у меня все и закончилось. Если понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо и пока. До новых встреч.